31 августа в городе Десногорск на летней эстраде состоится грандиозное событие, посвященное прощанию с летом. Открытый международный фестиваль «Рок-сентябрь». В программе коллективы из различных городов России, а также Украины, Беларуси и Казахстана. Спецгости фестиваля группы R&M, Лисы Лапландия и Анкора. К участию в представлении приглашаются представители рок-н-ролльной тусовки из разных городов. И мы вам обещаем, это будет незабываемо. В этот день Десногорск станет столицей рока в Смоленской области. Никакой фанеры, настоящий рок-н-ролл. До встречи 31 августа в 12 часов на фестивале «Рок-сентябрь».